Друзья, всем привет! Хочу сделать небольшое видео. Это по повозкам. Вот кто купил их, и я в комментариях прикреплю 3 видео, по-моему, у меня есть. Самые классные, все поэтапно, весь мой процесс, там все плюсы, минусы. В общем, там я рассказываю все об этих повозках, как у меня это начиналось и вот до сегодняшнего дня. Вопросов много. Но пока вы не начали их делать, сфотографируйте свои зубы до. Потому что если даже они у вас отбелятся на сколько-то, вы будете привыкать и вы не увидите уже этой разницы. Я пожалела 100 раз, что я их не сфотографировала. Я их не фотографировала, потому что я даже подумать не могла, что они могут у меня так отбелиться. Я когда начинала делать эти повозки, меня муж заставлял, когда я приехала. Он увидел мои зубы и сразу же дал мне эти полоски. Я подумала, что за ерунду он мне дает. Мне врачи сказали в России, что у меня бесполезно что-то делать. Мне нужно зубы стачивать и одевать коронки. Это бешеные деньги стоят. Эти коронки всего стоят там 10 лет. Они потом начинают опускаться, десна синеют. Всякие такие вещи происходят, что они требуют обмен. Я как представила, что мне они все зубы спилят. Я, конечно, на это не шла. И вот до 42 лет я вот мучилась, по-другому не скажу, с этими зубами. Я стеснялась улыбаться. И поэтому, раз я не верила, я даже не догадалась свои зубы снять до. У меня есть старые фотографии, но очень мало, где я с такими страшными зубами. Я их все прикрепила вот в тех видео, которые я прикреплю прямо в комментариях. Закрепленные комментарии сделаю, чтобы вы посмотрели, и у вас сразу же исчезнут вопросы. Потом, сколько штук делать? В зависимости от того, какие у вас зубы. Желто-серые, чуть-чуть желтоватые, почти белые. Мы отбелили все. Но у меня все друзья, все родственники. У нас у всех есть эффект. Не может быть, чтобы не было эффекта. Это или вы мало сделали, или я не знаю, там одну повозку сделали, через 3 года вспомнили, что у вас эти повозки лежат, еще одну повозку сделали, и потом у вас результата нет, у вас не будет результата. Здесь нужно курс проделать, не останавливаясь. Там сколько он у вас займет? Месяц? Ну, допустим, 15 повозок. 1,5 месяца нужно делать с интервалом 2-4 дня. Сами регулируйте, как у вас там будут себя зубы чувствовать. И вот получается, Лена у меня, у нее всегда были белые зубы. Они у нее пожелтели, но вы знаете, незначительно. У нее хорошая белая эмаль. Ей понадобилось 5 или 6 повозок. У меня были страшные зубы. Я больше 20 сделала. Может быть, даже больше, 30 я сделала. Не знаю, я, видите, ничего не считала. Говорю, потому что я не ожидала такого эффекта. Кто-то делает 20. По-моему, Юля у меня сделала 15 или 20. Но она также освежает там раз в год. Делает одну повозку. И если, конечно, у вас зубы желто-серые, желтые, у вас не будет от 5 полосок эффект. Вы только можете проверить, как у вас зубы будут реагировать. Чуть чувствительность появляется. Все, пока не делайте. Даже 5-6 дней сделайте интервал, пусть она опять восстановится. Это все восстанавливается. Ничего страшного, что он у вас будет на холодный воздух реагировать, там, на горячий. Это все пройдет. Ничего страшного в этом нету. Это потом восстанавливается через сколько-то дней. Эти повозки у нас всегда можно дозаказать. Если вам мало, то дозаказывайте, не всегда у нас в продаже есть. Потом, у меня эффект, вот первые вообще признаки, что у меня стали отбеливаться зубы, у меня какие-то вот такие полосочки появились светлые на зубах, это на 10-й полоске. Вот как бы я увидела, что что-то произошло с моими зубами, начинает происходить. Это было у меня на 10-й полоске примерно. Это только начало, естественно, чтобы их довести до ума, там нужно делать еще 10, там сколько, кому-то 15 может понадобиться. Когда я стала видеть свои зубы, я впервые тоже это увидела, потому что когда я улыбалась, у меня зубов как бы не было, они у меня были под цвет кожи всегда, еще даже страшнее, желтые. Я улыбалась, у меня не было видно зубов. И потом в какой-то момент я что-то перед зеркалом стояла, с Риком что ли разговаривала, и улыбнулась. И для меня был шок, я увидела свои зубы, они у меня начали белеть. Вы представляете, они стали отличаться у меня от кожи.
И вот это для меня были такие открытия. И потом подписчики спрашивали, почему там в России их нету. Ну, официально, у нас же в стоматологических поликлиниках никто вам не предлагает эти полоски. Потому что у нас их не разрешено завозить, мне потом написали подписчики. У нас гораздо выгоднее завести вот эти аппараты лазерное отбеливание, брать бешеные деньги за это и, короче говоря, зубы портить просто людям. У нас это бизнес. Никто вам не будет, никакой врач это предлагать. Да, сертификата такого нету. В Америке вы идете к зубному врачу, он вам сразу же посоветует эти полоски делать. Все американцы делают эти полоски, кто хочет отбелить зубы. Все они живут тут с белыми прекрасными зубами. Потом, у меня была эмаль треснута на зубах. Вот прямо когда они у меня были желтые, у меня видно было, что, знаете, вот такие трещины. И потом... У меня как-то тоже кто-то из покупателей спросил, а у меня трещины на зубах пишут, а как с ними? И я вспомнила, так у меня же тоже такие трещины были, когда я улыбалась. И я подошла к окну, и вы представляете, я их не увидела. Это вообще просто шок у меня был. Куда эти трещины делись? То ли они вот так забелились, что у меня их не стало видно. Но эмаль-то ведь она же, понятно, что не срослась, но у меня их нету сейчас. Потом я пришла к своему стоматологу, я к ней ходила до отбеливания, после отбеливания. Она мне делает зубы, говорит, Оля, какие у тебя зубы белые стали. Я такая лежу, говорю, так я полосками отбелила, а у нее у собой желтые. И она стоматолог, она тоже эту информацию пропустила мимо ушей, она почему-то подумала, что это, наверное, вредно для зубов, я не знаю. Естественно, в этих полосках есть там этот отбеливатель. И этот отбеливатель, он специальный. Вы такой сами не сможете сделать. Мне написали там соду с солью смешать. Господи, вы себе все десна из это самое, из нахратите. У вас они кровоточить будут. Это вообще невозможно солью и содой тереть десна ваши. Не будет у вас эффекта никогда. Только от полосок. Я прошла огромный путь. Огромный. Я вам могу сказать, что не может такого быть, что они у вас не отбелились. Или вам мало сделали, или вы про них забывали, не делали, или вообще закинули и потом достали, они у вас уже все вздутые через там год. Не может быть такого, чтобы зубы не отбелились. У нас отбелились у всех. Поэтому сделали фотографию до и после. Вот только тогда вы увидите вот этот результат. И я вам говорю, я сейчас, когда смотрю из других стран блогеров, тиктоки вот эти, особенно корейские, я думаю, господи, ну неужели люди не знают, что эти полоски есть? Мне кажется, уже весь мир об этом знает, потому что столько это рекламируют. Естественно, я не несу ответственность за те полоски, которые вы там где-то на Валберис берете, еще на каких-то подозрительных сайтах. Это вообще абсолютно не то. Я за это никакой ответственности не несу. Я этим никогда не пользовалась и не собираюсь пользоваться. Я еще раз говорю, я прошла такой путь, я покупала отбеливатель этот и в России, и в Таиланде, и во всех странах мира, и нигде мне ничего не помогло. Поэтому я эти комментарии даже убираю, не надо мне делать вот эту рекламу вот этого дерьма. Я по-другому не скажу. Где вы там покупали, вот открывайте свой канал, показывайте свой результат, какие у вас зубы стали, когда вы там где-то на каком-то сайте купили, и рекламируйте. Я это не собираюсь даже пропускать в своих комментариях. Купили вы там за 100 рублей, и все у вас отбелилось. Написать вы можете все, что угодно. Мне нужно, чтобы вы мне показали. Вот пришлите фотографию до и после, и я поверю. Я покупаю всегда свежие полоски, у нас нету их запаса. У нас приходят сразу же свежие, мы их распродаем. Потому что срок годности год. Но это много. Мне кажется, они уже теряют этот эффект. Мы покупаем вот свежайшие, все продали. Лучше подождать, чем там копить у себя в офисе. Надеяться на этот срок годности. Ерунда это. Так, я заканчиваю, потому что эта тема моя любимая. Вы знаете, я могу о ней говорить бесконечно. Бесконечно. Поэтому я прикрепляю в закрепленных комментариях к этому видео вот три моих видео, когда я их делала от и до. Там вся информация, вообще вся абсолютно. И можете их посмотреть, и у вас все будет ясно и понятно. Это просто чудо, просто чудо. Друзья, эти полоски у нас есть всегда, но впервые вообще за 10 лет на них сделали скидки.
и спрашивают, как долго это еще будет. Я вот сегодня заходила, там уже остатки остаются. Поэтому я думаю, до конца года это уже цена ее не будет. Будет потом, после Нового года, по обычным ценам.